Сегодня на территории Ноябрьска стартовала акция «Внимание, дети!». Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательнее на дорогах. Статистика неутешительна. Только за 4 месяца текущего года зарегистрировано 4 аварии, в которых пострадали несовершеннолетние. Госавтоинспекция города Ноябрьска убедительно просит водителей транспортных средств быть предельно внимательными при проезде регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, строго соблюдать скоростной режим на дорогах общего пользования, а также в жилых зонах и дворовых территориях. Убедительная просьба к родителям несовершеннолетних провести дополнительно разъяснительные беседы со своими детьми по правилам дорожного движения, объяснить возможные последствия их несоблюдения, а также при приобретении мопедов или велосипедов убедиться, что ребенок ПДД знает и соблюдает, при этом обеспечить их средствами пассивной безопасности.